интересный вопрос прилетел по поводу, значит, уверенности в себе, и это непосредственно связано с синдромом самозванца. Опять же, на своем опыте отвечу, как это у меня было. В один момент я просто понял, что мне невыгодно думать, что я какой-то там не такой. Потому что пока я думаю, что я какой-то не такой, то от этого страдают все. Я и клиенты, и все мое окружение. Потому что если я какой-то не такой, то в такой парадигме человек должен доказывать, что он какой-то такой всем подряд, при этом он делает все херово и так далее. Да? Ну, простой пример, это вот у меня вот у жены есть подруга Диана, да, вот она шахматами занимается, да, и у нее там какой-то там ранг, что-то там гроссмейстер или еще что-то, да, вот, и вот она, когда турниры играет с кем-то, если она не знает, кто перед ней, да, там, какого ранга шахматист, то она выигрывает, а если она знает заранее, что это там, условно, как, там, гроссмейстер, да, там, то она проигрывает просто из-за психологического настроя. Тут то же самое, то есть, как бы, если вы себя правильно настраиваете, да, ну, условно, я это называю правило 100%, то есть, когда вы все делаете на 100%, то есть, вот вы взяли клиента, да, там, взяли проект, вы выкладываетесь на 100%, это не значит, что у вас получится на 100% выполнить все обязательства и дать результат клиенту, который вы обещали, но, по крайней мере, когда вы все сделаете, вы будете знать, что вы на 100% выложились. А может ли человек, который не верит в себя и не считает себя там условно крутым пиздатом, да, может ли он выложиться на 100%? Нет. Поэтому вот это правило 100%, прямо вот запомните его, да, что чтобы вы, за что бы вы ни брались, что бы вы ни делали, что бы вы ни начинали, входите в это на 100%, да, то есть как бы вот полностью в этом будьте. И если у вас что-то не получилось, и это нормально, то вы, по крайней мере, опять же говорю, знаете, что вы выложились на максимум. А второе, вы производите рефлексию. То есть вы думаете, так, а что мне помешало достичь того результата, который я планировал? И просто берете и начинаете себя в чем-то улучшать, там что-то изучать. Вот. Вот это здравый, классный, созидательный подход в любой нише, в любом бизнесе, в любом деле. Вот. А если вы себя считаете каким-то не таким, там, никчемным, там, не знаю, там, не что-то там достаточно, то, ну, в такой парадигме, я уже сказал, будет плохо и вам, и клиентам. Я вот последнюю вещь скажу, что миру выгодно, чтобы вы зарабатывали много. Всем выгодно, чтобы вы зарабатывали много, чтобы вы брали с клиентов нормальную сумму денег. Потому что, когда вы берете нормальную сумму денег, а вы ее не возьмете, если не будете уверены в себе, да и клиент вам деньги не даст, если вы не будете уверены в себе, потому что неуверенным не дают деньги. Что большие деньги дают тем туда, где клиент уверен, что там деньги не пропадут. И как бы клиент больше смотрит на вас, нежели на... То есть он смотрит на ощущения от вас, на энергию, да, нежели на ваши там кейсы и опыт. Вот. И когда, соответственно, вам дают хорошие деньги, то вы и работу свою хорошо делаете, и клиент доволен, и все супер классно. А когда вы в себе не уверены, вот эта неадекватность, да, про которую я в книге рассказываю, да, своей, кто не читал, обязательно прочитайте. Или там аудиокнигу послушайте. Но когда вот эта неадекватность начинается, то получается, вы создаете дисбаланс в системе. То есть вы взяли денег меньше, чем вы хотели, или того требовалось, исходя из своих комплексов. Вы сделали херовую работу клиенту, клиент недоволен, начинаются претензии, все, и пошло-поехало. Да? То есть и как бы в этой цепочке же не только два человека. У клиента есть сотрудники, там клиент его же. А, там, у вас там еще там там свои там, например, сотрудники, которым вы не доплатили денег. То есть вот эта система, она начинает взаимодействовать с разными точками, с разными объектами, вот, и в итоге всем плохо. Вот, поэтому как-то так.